Всем здравствуйте! Взяла несколько тетрадок по русскому языку. Не успела проверить в школе. Вот у нас так тоже бывает. Сюда напишу несколько показов. И со временем заполнится. Так, сегодня мы... Здесь вот буква К сразу. Буква К. Сюда напишу букву К. И две буквы К вместе. Сегодня 8 февраля. На уроке писали букву В заглавную, букву В строчную. И вставляли пропущенные буквы и думали, какую букву поставить, заглавную или строчную. Обозначали красным цветом гласные, цифрой сверху писали, сколько слогов, и делили слово на слоги и ставили ударение. Воркута, вилка, внук, варна, ворона, Владимир, Вика. Далее мы написали словарный диктант. Заяц, карандаш, корова, класс. Затем они словарные слова проверили по учебнику на странице 135 «Русский язык, первый класс УМК Школы России». Есть эти словарные слова. Сегодня мы говорили про слова, которые отвечают на вопрос «кто?», обозначают одушевленные предметы. Кто? Корова, кошка, собака, лошадь. Кто? Медведь, лиса, заяц, белка. Далее мы распределяли из группы слов слова в два столбика. Первый нужно было написать домашних животных, во второй – диких животных – собака, лошадь, кошка, свинья, корова, овца, лиса, волк, белка, заяц, медведь. И нужно было выделить красным цветом гласные. Затем нужно было составить предложение и записать. Кошка живет в доме, лиса живет в лесу. Предложения они записывали самостоятельно. Работа выполнена хорошо. Напишу еще для минутки чистописания показ слова карандаш. 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 Словарное слово. Следующая тетрадка. Следующая тетрадка, 8 февраля. Здесь написано, хорошо написано. Молодец, классная работа. Буква В. Воркута, вилка, внук, варна, ворона, Владимир, Вика. В слове внук один слог. Заяц, карандаш, корова. Пишется с буквой О. Корова. Ударение падает на О. Безударный гласный О. Сразу сюда напишу это слово. Корова. Корова. Запоминаем, что корова пишется с буквой О. И слово класс. Здесь они еще сами себя оценивали. Ошибку не увидели. Проверяли по словарику. Кто? Корова, кошка, собака, лошадь. Кто? Медведь, лиса, заяц, белка. В слове заяц мы выделили букву Я в кружочек, так как эта буква после гласных обозначает два звука. ЕА. В этом слове 4 буквы, 5 звуков. И также мы зелененьким карандашом обозначили согласные, которые мягкие. Собака, лошадь, кошка, свинья, корова, овца. Домашние животные. Лиса, волк, белка, заяц, медведь. Дикие животные. Собака охраняет дом. Собака в доме. Работа выполнена хорошо. Поставлю звездочку.
Следующая тетрадка. Малыши, малыши. Ам. И вот получается, что буква А как будто О с С слепилась. 8 февраля. Классная работа. Надо написать букву А. И две буквы А. Вот так. И отдельно напишу А и букву С. Заглавная строчная буква В. Воркута, Вилка, Внук, Варна, Ворона, Владимир, Вика. Словарный диктант. Заяц, карандаш, класс, корова. Кто корова, кошка, собака, лошадь. Кто медведь, лиса, заяц, белка. Домашние. Собака, лошадь, кошка, свинья, дикие, лиса, волк, белка, заяц. Эту черточку ставить сюда не нужно. Корова, овца, медведь. Заяц живет в лесу, корова ест сено. Угу, предложение. Работа выполнена неплохо, хорошо. Следующая тетрадка. Никак мы не можем научиться букву К и букву Т писать. Поэтому еще раз напишем. Буква К чередуется с буквой Т. Еще одну букву К и еще одну букву Т. Чтобы дома аккуратненько посидели, пописали. Классная работа. Заглавная строчная буква В. У буквы В почему-то вот этот элемент тоже. Воркута, Вилка, Внук, Варна, Ворона, Владимир, Вика. Словарный диктант. Заяц, карандаш, корова, класс, молодец. Кто? Корова, кошка, собака. Собака пишется с буквой О. Собака. Собака. Лошадь. Букву одну мы не переносим по слогам. Кто? Медведь, лиса, заяц, белка. Собака, лошадь, кошка, свинья, корова, овца. Слова были на карточке написаны. Лиса, волк, белка, заяц, медведь. Буква Д с мягким знаком. Собака грызет кость лиса. Охотится. Лиса охотится. Поставлю прямоугольничек. Следующая тетрадка. Слово карандаши. 8 февраля. Классная работа. Воркута, Вилка, Внук, Варна, Ворона, Владимир, Вика. Словарный диктант. Заяц, карандаш, корова, класс. Кто? Корова, кошка, собака, лошадь. Кто? Медведь, лиса, заяц, белка. Собака, лошадь, кошка, свинья, корова, овца. Лиса, волк, белка, заяц, медведь. Собака живет дома, лиса живет в лесу. Замечательная работа. Молодец. Следующая тетрадка. Здесь хорошо все написано. Молодец. Буква В, Воркута, Вилка, Внук, мы не делим слово Внук, Варна, Ворона, Владимир, Вика, Заяц, ударение падает, Карандаш, Корова, Класс. Сразу напишу слово Корова, Корова, Корова. Кошка, собака, лошадь, медведь, буква Д, медведь, лиса, заяц, белка. Собака, лошадь, кошка, корова, овца, лиса, волк, белка, заяц, свинья. Свинья – это домашнее животное, медведь.
Кошка живет дома, заяц живет в лесу. Предложение хорошо написано. Ставлю прямоугольничек. Напишу еще букву Д. И напишу букву К. Следующая тетрадка. Детский сад. 8 февраля. Классная работа. Очень хорошо написана буква В. Воркута, вилка, внук, варна, ворона, Владимир, Вика. Словарный. Диктант. Заяц, буква З, в эту сторону карандаш, корова, класс, корова, кошка, собака, лошадь, медведь, лиса, заяц, белка, собака, кошка, лошадь, свинья, лиса, волк, белка, волк, корова, заяц, белка, грызет орехи, собака, живет дома. Работа выполнена очень хорошо, аккуратненько напишу букву З, с буквой З строчную, и букву Е, с буквой Е. Есть небольшие недочеты, но очень аккуратно. Последняя тетрадка. Дети, детский. 8 февраля. Буква В, воркута, вилка, внук, варна, ворона, Владимир, Вика. Словарный диктант. Заяц, карандаш, корова, класс. Кто? Корова, кошка, собака, лошадь. Медведь, лиса, заяц, белка. Вот эту строчку не нужно пропускать. Собака, лошадь. Буква О с буквой Ш. Буква О с буквой Ш соединяется. Так, слово Владимир. Владимир. Угу. Лошадь, кошка, свинья, корова, овца, лиса, волк, белка, заяц, медведь. Собака, жучка, живет дома. Лиса играет с зайцем. Напишу предложение. Собака, жучка, живет дома. Начало предложения с большой, в конце точка, имя собственное, жиши. Написать вот здесь. Спасибо, что проверяли со мной тетрадки. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Всем добра!